Археологами в регионе могут быть найдены памятники, схожие с золотым человеком. С каждой новой экспедицией, новой находкой археологи готовы раскрывать тайны земли и историю страны. К примеру, в следующем году будут проведены археологические раскопки в Корголжинском и Ерементауском районах. Вполне возможно, могут быть обнаружены артефакты, характерные для эпохи железа сакской культуры. Объекты исследования Оленте-1 и Оленте-3 – это крупнейшие захоронения, состоящие из нескольких курганов. О них стало известно еще 4 года назад. В 2021 году Акмолинский областной историко-краеведческий музей запустил новый проект. Наследие Сарарки – это преемственность древних и средневековых памятников. Наша главная цель – популяризация памятников эпохи сакского периода. В преддверии столетнего юбилея областного историко-краеведческого музея проведен ряд археологических исследований. К примеру, в Корголжинском районе обнаружены руины средневекового мавзолея. Выяснилось, что он принадлежал Жанибек-хану, одному из основателей Казахского ханства. Исследования все еще продолжаются. В ходе раскопок было обнаружено множество ценных экспонатов Средневековья. Установлено местонахождение мазара, аналогичного мазарам Алаша хана и Чужи хана. В такие экспедиции отправляемся раз в год, а также реализуем в среднем по 2 археологических проекта. Таким образом, как надеются сотрудники музея, в результате дальнейших исследований его фонд обязательно пополнится новыми интересными экспонатами. Айгерим Сульменова и Гулюзекова, Азамат Бекмагамбетов, Кокше Акпарат.